Привет, я тебя люблю. Я тебя люблю. Вот. Приветствует нас, Витюша. Виктор Муфаса. Порычи, Витюша, порычи. Не надо дразнить его. Дразните для хорошего кадра, да? А если это животному не нравится, то без разницы. Да, вот, девчонки, правильно. И дразнить нельзя, правда же? Они и так бедные сидят, да, а мы ходим, у нас миллионы. Нет, ну если бы он был бы в Тагане, с ним бы все нормально было бы. Ну а так он, ему тут места просто мало, негде бегать. Ну его ж продали из Тайгана сюда. Да? Да. Ну вот он скучает по Тайгану, по Зубкову. Да не скучает он по Тайгану. Слава богу, жив остался. Просто... У него девочка сейчас скоро будет вот соседней Валерии. Да, у него она будет? Да. Он ее почему-то везет? Да нет. Их же, их же знакомят. А там Симба, львица. Вот в соседнем. Там тигрица и львица, девчонки. И медведь. А медведь, да, это Бимба. Бимба? Да, Мишка. Мишка Бимба. Это вы здесь хозяйка? Нет, я не хозяйка. Да, я просто все знаю, да. Читает просто. А Витюшу... Нет, я Витюшу знаю в детстве. Такое. Его? Да. И Витя? Витя. У меня девочка Витя. Да? Витя. Ну вот, видишь. Витя. А здесь его Муфаса назвали. Витя. Муфаса? Ну да. Муфаса. Да, его сейчас дразнили, он обиделся, да. А ушами-то шевелит, конечно. Витюша. Витя. 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 Здравствуйте. С девочками поздоровайся, да. Красивый, Витя, Витя. Какой Муфаса. Ну, он к Муфасе не привык, конечно. Он же с детства, Витя. Ну, когда сюда продали, его не сказали. Не сказали, как его зовут. Поэтому здесь, в зоопарке, назвали Муфаса. Директор назвал, да. У меня даже где-то была с Тайгана фотка с Зубковым.